Доброго вечора. Ми з України. Согласно сведениям имперской разведки, Цири добралась до Новиграда. Искать девушку в самом большом городе Севера было все равно, что попытаться найти иголку в стоге сена. Но Геральт мог рассчитывать на помощь друзей. Ведьмак решил связаться с Трис Меригольд. Всім привіт! З вами Лютий, і це проходження третього Відьмака. Сьогодні ми біжимо до подруги Фіс. І сподіваюсь, вона нам щось розповість за Цирі. Тому що Тріс нам не дуже допомогла. Нам сюди, так. Ты тут случайно? Или ищешь чего? А кто спрашивает? Рудольф де Йонкер, из тех самых де Йонкеров. А, мои предки заложили основы банкир. Новиграда. Я владелец самого крупного банка в городе. Я не просил рекомендаций. Имени вполне достаточно. Мой отец говаривал, все должны знать твои заслуги, сын. Не скрывай их от мира. Круто. Я ищу Карину Тилли. Тебе повезло, потому что Карина сейчас в моем доме. Уже несколько дней она снит его историю. Почему ты сам не проверишь, что там творится? Я банкир, а не солдат. Я боюсь проклятых домов. Кроме того, Карина просила ей не мешать. Цікавий персонаж. Ты банкир, а не историк. Зачем тебе история дома? Видишь ли, я купил его недавно. Он стоил мне целого состояния. А потом оказалось, что тут водятся призраки. Я боюсь, что он проклят. И как это проявляется? Да по-разному. Ночью слышны какие-то смешки. На чердаке будто мебель двигают. А на прошлой неделе, ты не поверишь, я обнаружил в гостиной человеческие экскременты. Все так. Я хотел бы туда войти и осмотреться. Обычно я не пускаю чужих в свой дом. Но по двум мечам я вижу, что ты ведьмак. А значит, понимаешь в таких вещах. Входи. Дякую. Мы уже зависим от черных. Так, ходимо. Тут позбирати можно хоть что-то. Уже гарно. Иди отсюда! Не делай этого! Оставь! Ну, зачекай трохи. Положи это! Умоляю! Это... Что это такое? Боже, паутині. Багато якось. Это только сон. Проснись. Кукла. Чердак. Що, нам за лялькою потрібно йти, чи що? Так, пора заглянути на чердак. Елістер, отойди отсюда! Не делай этого! Оставь! Не кричи ти. Що тут у нас? А, це на чердак. Положи это! Умоляю! Это кров! Не проливай ее! Пожалуйста! Щось погано якось. Що тут? Я можу взяти. О, лялька є.
Это напал. Отойди отсюда. Не делай этого. Оставь. Ходи ему. Стеллаж загораживает проход в соседнюю комнату. Ну, трохи світла. Лута тут нормально так. Що мені його випадає? Воно я вже бачу, що там щось ми повинні взяти. Ти дивись, скільки тут цього. А, то лялька, так? Ну, все круто, мені подобається. О, мы такую... На втором этаже бачу. Была колыбелька. Интересно, что случится, если положить туда куклу. Ну, ходим, подивимося, что будет. Где наша колесо? Умоляю, это кровь. Не проливай ее. Пожалуйста. Очередной шедевр. Печь и черная топка. Обожаю такие загадки. В таком случае ищем печь. Видно? Печь. Так, то... Так. А я там бачив якийсь підвал. Вот це. Ну, все, оно. Та піч. Тут ще щось. Ти ж, блядь. Це що таке? О, це що, подруга Васик? Ты отважный, а испугался маленькой Сары. Вот здорово! Не делай так больше, маленькая Сара, а то кто-нибудь испугается и причинит тебе вред. А зачем мне вредить? Что, уже и поиграть нельзя? А во что ты играешь? Эта тетка заснула, и я наслала ей страшные сны и не дала проснуться. Я так умею. Смешно, правда? Очень смешно. Только мне надо поговорить со сновидящей. Ты не могла бы дать ей проснуться? Маленькая Сара не хочет ее будить. Маленькая Сара хочет играть. И что выбрать? Давай-то так. Тебе повезло. Я-то знаю, что ты не опасный прибожек. А вот другие могут и не знать. И тогда... Откуда ты знаешь, что я прибожек? Откуда? Откуда? Ну откуда? Ты выглядишь как прибожек. Ведешь себя как прибожек. Да и просто ты прибожек. Из-за тебя усновидящие кошмары, от которых она не может проснуться. Зачем ты ее мучаешь? Вовсе я ее не мучаю. Страшные сны — это здорово! Мне вот больше всего нравится, когда за мной во сне гоняется огромная курица с такими красными... А зачем ты поселилась в проклятом доме? Я скажу тебе секрет. Этот дом вовсе не проклят. Я только играю, чтобы все так думали. Он стоял пустой, вот я в нем и поселилась. А потом пришел этот важнюга из банка и его купил. Не люблю жить с банкирами, вот я и решила его припугнуть. Так, маленечко. Банкир очень боится. Он заплатил за этот дом много денег. И так просто его не оставит. Поэтому тебе придется поискать новое место. Не хочу, не хочу, не хочу! Давайте ее выселим. Ее все одно могут тут вбить в Новиграде, если зловят. А так мы ее, может, выселим. С Новиграда, может, ее даже выселим. И, может, она найдет Васика, а? А ну, давайте так. Я хотел все уладить по-хорошему. Но раз ты хочешь по-другому... И что ты мне сделаешь? Ну что, что? Прибожки не любят запах лопуха. Ты глупый и свинья! Э,
Так на час. Ты глупый и свинья. Для меня его пузнает. Что тут у нас? О, беда. Нормально тут так. Сразу видно, що будинок банкіра. Хоч він тут ще й не жив, але тут багато лута. Так, ходімо, куди нам? На вулицю? А, може нам потрібно десь купити лапу? Ну, ходімо, знайдемо. Знайдемо, де його можна купити. Так, так, так. Де наш... Це наш... О, це наш старий друг. Чуть не впав. А ні, це здравствуй, якийсь... Здравствуй, молодой человек. Маленький. Волос у тебя седой. Только по лицу и прямой спине вижу, что ты молод. Здравствуй. Чем торгуешь? Травами, молодой человек. Разные у меня травы в округе собраны. Ты бы удивился, сколько полезных былинок у дороги растет. Ну, не так бы и удивился. Вот, например, борец. Хорошенький цветочек. От болей помогает. А пригоршней так кучу народа перетравить можно. Очень полезное растение. И в самом деле, что еще посоветуешь? А сам посмотри, молодой человек. Раз уж ты в этом понимаешь, я тебе даже заначку из-под прилавка достану. Вот это так. Мне можем нужны кое-какие травы. И у Гвин. Так, мені потрібен лап. Це він. Ого, у нього рецептів. Все потрібно скупити все. І все на бомби, так? Це рецепт. Боже, ти що, ти що? Що мені робити? Треба це все купити. Я б купив би все зараз, щоб потім просто не повертатися сюди. Я скоріш з цього повернуся сюди, так? Що йому можу продати? Їжу? Або ось тут щось. Еліксир. Давайте 8 штук йому продамо. Це що таке? Ого, нормальна там ціна така. Давай штук 10 продамо. Це купимо. І оце. Ну все начебто. І він давай. І часом не хочеш віддохнути від торгівлі? Може в нього ще яка карта є? Цікаво. Цікава картинка може є в нього. Так, мороз ми прибираємо. Так, що ще ми прибираємо? Що ще ми прибираємо? Давайте оцю п'ятіру. О. Пугало, це добре. Так. Починаємо, як завжди, зі шпигунів. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Оце недобре. Це зовсім недобре. Так, що ми тоді з цих почнемо? Давайте от навіть так. Це було геніально. Було б круто, якщо б він би все ж таки заюзав би. Заюзав би шпигуна. Ну його опудало би. Поміняли б. Да, і він би йому давав подивницю тільки. Але він взяв небо наше, так? Так, 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 так. Давайте продовжимо кидати катапульти.
блядь. Це погано. Він буде кидати шпигуна чи ні? Мені потрібен його шпигун. Потрібен шпигун. Отак. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, давайте шпигуна. Треба шпигуна зараз в'язати, мені здається. Так, дощику. Це не те, що мені потрібно. Так. І отак в'язаємо. В'язаємо отак. Ну що це таке, блін? Боже. Давайте з самого початку. Будемо розігрувати погоду. Потрібно було з дощика починати. Це круто, що він зараз розіграв. Можемо навіть... Та ні, він спасуємо. Давайте спасуємо. У нас три карти буде, так? Можемо там катапульту за 8 викинути. Бля, це погано. Це дуже погано. Ну, подивимось, яка в нього остання карта. Все залежить від неї. Може там мороз якийсь. Ай, боже. Як в цю гру вигравати? Якось ми до тебе ще повернемося. Так, ходімо, нам потрібно прибожика вигнати. Ой, ну це... Це реально було круто. Щось я за останні серії тільки одну партію десь 4 або 5 виграв. Так, де наш прибожик? Сара, я прийшов. Виходь. А, полетіло. Ти свинья! Ти хотів мене задушити! Петух недорезаний! Чтоб тебе когда-нибудь так же сделали! Забирай себе свой дом! Вандала пушиная! Все? Все, вона пішла, ти диви. Я думав, вона вилазити буде. Ну, я сподіваюся, вона зустрінеться з Івасиком. Було б круто побачити їх разом. Так, де ви? Де наша драбина? Де наша драбина? Ти хто? Мене прислала к тебе Тріс Марігольд. Мамочки, у меня были такие кошмары. Мне надо было проснить историю этого дома, а вместо этого снилась мебель, которая хотела меня сожрать. Звучит по-идиотски, но во сне все было совершенно реально. И совсем не смешно. Это проделки прибожка. Он устроил так, что люди сочли дом проклятым, а потом заразил твои сны своими глупыми шутками. Мне повезло, что ты смог меня разбудить. У ведьмаков есть свои приемы от таких тварюшек. Спасибо тебе большое. Эти кошмары. Я могу тебя чем-то отблагодарить? Откровенно говоря, да. Я ищу одну девушку, которую видели в Новиграде. Попробую тебе помочь. Только сперва я должна стереть следы этих буйно помешанных снов. Ищи меня в корчме Золотой Осетр.
Я там комнату снимаю. Отлично. Договорились. Гаразд, 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 гаразд. Ходімо тоді туди. Що, не можна було зразу знайти? А, не. Мені ще з цим потрібно побалакати. Я бачив, що госпожа Тіллі вийшла, но вона нічого не сказала. Діло рішено или совсем наоборот? Я розтопив печ лопухом. Прибожик этого не стерпел и сбежал. А Карина просто проснулась. Дом чист. А! Отличные новости! Только со всей этой историей жить мне тут больше не хочется. В награду за помощь ты получишь комиссионные. И немалые. Как только я его продам. Заходи ко мне время от времени и спрашивай. Да йонкеры никогда не нарушают слова. Спасибо. Дякую. Так, тепер мені потрібно... Куди мені потрібно? Ага. Через весь риночок, так? Ну, побігли. Зараз поговоримо. Я сподіваюся, вона все ж таки нам щось скаже. Ех, не повезло. Да, не повезло, не повезло. Так, куди там нам бігти? Де та корчма? О, тут ще одна дошка є. Ага, круто. Хо, Мерігольд шукають. О, гвинт. Одна, беремо. Це хто такий? Мастер, не помог би ти добрим людям? Нам якраз на кружечку не хватає. Ми, як-никак, колеги. Ви же мастер-відьмак, а ми оба місники. Ви робите, і ми робимо. Тільки відьмакам платять більше. Им ведь и целые деревни скинутся, и богачи грошей не жалеют. Что-то мне попадались злые богачи и неправильные деревни. Ну не заставляй себя упрашивать, мастер. Ведьмаки всяко людям в беде помогают. Давайте так, мы хоть сейчас не убитися. Вам, наверное, уже пора домой. И правда что? Мы уже 2 дня так пьем. Да? Ну, нормально. Дело ты говоришь, мастер. Пора домой. Я урою! Кишками удавлю! Ооо, то шо? Побитися зараз можна було. Покажи мне свой товар. Так, це ми беремо. Ми йому продамо пиво. І. І зіграємо в гвинт. Я не... Хоч у когось я повинен сьогодні виграти. Що там ми купили? Реально, тут нічого? Ой, щось в мене ця колода не йде. Може зараз після цього змінимо колодку? Нормально. Ці двоє є. Є шпигун, і пудало є. О, це круто. Це реально круто. Так, що мені потрібно? Ну, піде, піде, нормально. Мені б ще одну опудало. Не всякий такий випадок. Що ще мені потрібно? О, навіть так. Давайте отак розіграємо просто. Щоб там не було нічого такого, що і є. І все одно я захочу взяти ульту, яка мені їх онулює, можна так би мовити.
Так, ще є одне пудало, так? Давайте поки що так зробимо. Закинемо цих. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ага. Ага. Значить, поки що ми зробимо так. Якщо вона зараз почне... А, точніше, він так. Почне закидувати ближній бій і лучників, то мороз ми 100% повинні юзати, а на цьому ми можемо заюзати опудово. Мені цікаво, в нього є ясне небо чи нема? Це, блядь, 100%. Я навіть зараз його завісаю. Сподіваюсь, в нього не буде ясного неба. А, в нього також є мороз. Все круто. Все круто, що в нього немає ясного неба. В нього є красть. Так, що ми робимо? Що ми робимо? Отак. Це також погано. Ну цей раунд ми програли. 100%. Оце круто. Це реально круто. Він не спасує, він буде до останнього йти. Викидувати всі карти. Ще один, так? А, це переплутав. Це ще один малий. І в мене є відродження. Та я можу його і зараз закрити, так? Чи не можу? Ні, не можу. Все одно ми виграли. Закроємо його зараз. Так, нарешті перемога. Є перемога. Це перемога, друзі. Так. Догори, так? Де вона тут? О, тут можна полутати. Що тут? Ми можемо просто полутати, так? Ну це все ми забираємо. Геральт. Так. Тут що в нас? Це нам може знадобиться для... броні наші. Варенички. За варенички можна і вподобайку поставити. Якщо ви ще не поставили. Я буду вам дуже-дуже... забув слово. Як так можна було? Так, тут світло вмикаємо. Дуже радий цьому, так скажем. Щоб поставити вподобайку і підпишитесь на канал. В жизни не видел, как работают нейроманты. Я буду тебя направлять. Сначала нам надо настроиться. Я стану задавать вопросы, а ты отвечай. Важно, чтобы твои ответы были искренними. Чтобы они шли из глубины сердца. Да не, давай ты там. Начнем. Сначала приведи мне какое-нибудь воспоминание, связанное с этой девушкой. Зачем это? Помогай мне, прошу тебя. Расскажи мне самое сильное воспоминание о... Цири. Девушку зовут Цири. Mm.
Давай это так. Когда-то я выполнил заказ. Мне предложили выбрать награду, и я воспользовался правом неожиданности. Я не думал, что когда-нибудь действительно встречу обещанного мне ребенка. Спустя годы я продирался через Бракелон. В лесу я нашел девочку и сначала даже не знал, кто она. Дриады Бракелона хотели оставить ее и превратить в одну из них. Но вода забвения не подействовала на нее. Цири вернулась со мной. Я отослал ее к ее бабушке, но уже тогда я был с ней связан. Предназначение? Это нечто большее. Спасибо. Ты хочешь поделиться еще одним воспоминанием? Давай ты, якщо це допоможе якось. Не спеши. У нас есть время. После Второй войны с Нильфгаардом Цири потеряла родителей. Я не знал, что делать с маленькой девочкой. И забрал ее в Каэр Морхен. Я решил, что ловкость, умение драться на мечах ей не повредят. Помню, однажды она стояла на развалинах стены. У нее из-под ног вылетел камень, и она оступилась. Я поймал ее в последний момент. Но лучше всего я помню миг, когда она вышла из комнаты, одетая в платье, и сказала, что плохо себя чувствует. Тогда я в первый раз понял, что Цири взрослеет, и это неизбежно. Хорошо. Хочешь рассказать что-нибудь еще? Та ні, давай, далі, допомагаємо. Давай продовжимо. Ти сказав, що у цієї дівчинки є способності. Розкажи мені о них. Що, і правду казати? Давайте, вона... Вона дитя старшої крові. Її знає ці потомок Фальки кровавий? Жестокой мятежницы, которую сожгли на костре? Предания говорят, что из проклятой крови смутьянки родится разрушитель миров. Это легенда. Знаешь, когда легенда перестает быть легендой? Когда в нее начинают верить. Ты прав, что не рассказываешь об этой девушке направо и налево. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Что рассказывать? Да, есть еще кое-что. Я помню, что Цири плохо контролировала свои способности. Когда Йеннефер учила ее накладывать простое заклинание, Цири чуть не сломала себе пальцы и снесла навес в храме. Она ужасно расстроилась, хотя это был всего лишь старый навес. Я знаю, что она долго училась управлять способностями, но, видимо, до сих пор не может овладеть ими до конца. Понятно. Хочешь рассказывать дальше? Та ні, не хочу. Нет. Может, начнем? Конечно. Я знала, что она для тебя важна. Но тон твоего голоса, скрытые эмоции... Пожалуйста, давай продолжим. Ложись поудобнее и постарайся расслабиться. Возьми меня за руку и рассказывай о Цири. Говори, где, по-твоему, она может быть? Кто ее друзья? Не найдя меня, Цири попросила бы помощи у друзей. У кого? Лютик. Может, у Лютика? Они очень хорошо друг к другу относились. Все что, той самый Лютик? Лютику. Просто она с Трисси Йеннефер так себе разговаривает. Що він робить?
Ух ты ж. Тут точно был флютый? Нормально, блин, так. Сначала мне снилась ласточка, а потом начались кошмары. Порой сны могут расслаиваться, показывать не только прошлое, но и будущее. Ласточка — это Цири. Она связалась с Лютиком. Я не знал, что он в городе. Это поэт? Я слышала о нем. Он получил в наследство шалфей и розмарин. Шалфей и розмарин? Где это? Как войдешь в город со стороны квартала красных фонарей, будет мост. А шалфей сразу за ним. Лютик унаследовал бордель? Я так слышал. Спасибо за помощь. Удачи, ведьмак. Надеюсь, что ты найдешь свою Цири. Дякую, Карина. Так, ходімо. Як це так? Я пройшов, а тут не залутався. Ходімо. З третього разу. Ходімо тут. Настукаємо. Я вижу претендента на поединок с Капрал. Мастер Кроверх приветствует претендента. Геральт приветствует мастера Кроверха. Готов ли ты принять вызов и сразиться с чемпионом таверны? Ну, звісно. Все ж таки я чемпион Велену. Можно подраться и с этим вашим Георгом. Зараз будемо битися. Внимание! Вот этот ведьмак выйдет на ристалище против чемпиона таверны Георга Георгиуса, называемого также Капром. А пока наш чемпион готовится, давай поболтаем. О боже, что начинается? Поговорим о деньгах. Ты можешь порядочно заработать. Главное, слушай, злитый что групп? Тебе говорят. Предлагаешь устроить сговор? Я не предлагаю никого обманывать. Я просто хочу сделать настоящее зрелище. Что скажешь? Давай-то послухаем, что сколько он хочет. Сколько я получу, если сдам бой? Больше, чем если б ты его выиграл. Опа! А вот так? Целуй меня в жопу, мастер Кройфер. Ты об этом понимаешь. Контора, ты дивы. На ринге соперников! Геральта и Георга Георгиуса по прозвищу Копер. Пусть победит сильнейший. Тобто я? Да давай! Тихо. Раз, два, три, оп. Раз, два, три, оп. Раз, два. Що таке? Не може його вдарити. Опа! І раз, два, три. Оп. Ну, раз, скільки мені ще ждати? Три. Оп. Ту. Бау, бау. Ой, ой, ой. З мене хватить. І сильний. Да, сильний удар не получився. Та давай відкривайся вже, що ти? Трохи получив, ну нічого. Зараз добуваємо. Ну, що там контора? Победителем в бою і новим чемпіоном нашої таверни став Геральт! От твоя награда! Дякую, дякую, дякую. Ще можна подратися з Арчибальдом О'Нейлом. Він обычно где-нибудь у входа в трущобу. Есть еще Мортимер, капитан стражи. У него пост у Оксенфуртских ворот. С капитаном стражище. Це було б цікаво. Так. Ми якісь знакомі тут є. Ходімо дізнаємося, що то таке. Ой. Хто тут? А що це у тебе мечі не на поясі? Ведьмак? О, ти верно прийшов по об'явленню? Можливо. Не вполне. В чем дело? Я правильно расслышал, что тебе нужен спутник для какой-то экспедиции? Не какой-то, а Замари!
Знаешь, когда меня в 1242-м призвали в пехоту, я обещал моей любимой Летте, что вернусь живым. А к тому же привезу ей жемчужину со Скеллиге. Да не какую попало, а черную, самую ценную и редкую. Да у тебя и фантазия. Ну да, только словами все и кончилось. С войны я вернулся, и с одной, и с остальных. А вот обещание не сдержал. Ну а теперь-то я все изменю. Ведь если не сейчас, то когда? Це правильно. Только постарел я за это время. Да ты и сам видишь, один я не справлюсь. Мне нужно надежное плечо, чтобы на него опереться. А лучше ведьмака спутника не придумаешь. Ну так как? Це також правильно. Давайте мы... Затея безумная, но нужно признать, есть в ней какое-то очарование. Если у тебя есть чем заплатить, то я помогу. О золоте не беспокойся. Я его порядочно с разных войн напривозил. Встретимся на Скеллиге у развалин моста под Аренбьорном. Оттуда всего пару шагов до лагуны, где черные жемчужины родятся. Договорились? Да, так и сделаем. До встречи. Ну, это же будет позже. Так, нам потрібно знайти лютика. Тут є ще один купець. Вівальді? Прошу, прошу, кого я вижу? Сам Белый Волк посетил мої скромні чертані. Так, так, це я. Чем могу служить? Давайте так пошло. Як ідуть діла? О, вам правда интересно? Других вопросов в голову не приходит? Это все равно, что спрашивать рыбака о клеве или старую бабку как здоровье. Дела идут. На войне можно заработать, если знать как. Еще прежде, чем Нильфгард перешел в Понтор, я подписал контракт на доставку древесины и железа из Ковера на гарантированных условиях. Так что получил на этом 7-кратную прибыль. Неплохо. Круто. Так только кажется. Если вычесть подушный налог на нелюдей, церковные подати, военный налог и текущие расходы, то остается мелочь. С дюжины сундуков, не более. Ну, все одно, хотя б у плюсе. У меня есть немного денег, я хотел бы обменять их на кроны. Вы попали по правильному адресу. У нас самый выгодный курс в городе. Давай, давай, обменяем. Ого, нормально. Чем могу служить? И давай с тобой Гвинт сюда. Играешь в Гвинт? Вы так решили, потому что я краснолюд? Может, вы еще считаете, будто я знаю всех краснолюдов, а после работы пробиваю шурфы в подвале? Ты играешь или нет? Да, да, играю. Давай сыграем. Давай играть. Может, на уникальную карту? Почему ох нет? Ты, ох ты. А ну давай. Що в мене тут є? Що в мене тут є? Це на майбутнє закинемо. Нормально в мене. Гімлери навіть є. А тут хто? На майбутнє закинемо, а там подивимося. А там подивимося, поки що цим пограємо. Тут в мене найбільша колода, здається. Так. Так. Мороз нам потрібен? Мороз потрібен. Хоча, нехай буде так. І що ми ще змінюємо? Давайте золотом. Таке, Кейра. Кейра це не то. Хей, так, все круто, все гарно. Так, поки що ми почнемо з лучників, щоб у наступному раунді ми могли зав'язати. В мене було ясне небо, так?
Я его скину. Що ми тоді робимо? Скидуємо цих. Всього скидуємо. Блядь, отак нам потрібно буде ще зробити. У мене залишається 5 карт, але такі карти, я вибачаюсь. Б'ян, це не те, що мені потрібно. Починаємо з погоди. Так. Я чекаю його відродження на цього. До нашого шпигуна. Це мені потрібно. Що в мене карт нема. Це дуже погано. Так, цей раунд ми віддамо. 100% його віддамо. Тому ми зараз юзаємо ульту. Щоб ми з шпигуна не дістали мглу. А то дістанемо, то буде фігня якась вийде. Вау! Тоді ми цього лучника віддаємо. Цю лучницю. Чарівницю, так? Віддамо цього. Нехай ще щось викидає. У нього залишилось 3 карти, так? Що там може бути? Погода може бути? Мабуть, може. Ну я гадаю, що ці 2 карти нам виграють гру. Головне, щоб в нього там не було ніяких відроджень. То там є шпигун наш. І він надровує ще 2 карти, візьме собі. Це буде погано. Вау, це... Оце у Весеміра гарна фотка. Прикиньте, він зараз є 2. А то буде фейл. Фух. Давайте йому покажемо, що в нас ще одна б'янка є. Так не припомню, когда так позорно проигрывал. Карта ваша. Сделал все возможное. У кого еще могут быть интересные карты? Есть, к примеру, маркиза Серенити. Она об этом не распространяется, но у нее одна из лучших колод в городе. И играет она превосходно. Я знаю, о чем говорю. Круто. Якось завітаємо. За дежурство в такую погоду могли бы и доплачивать. О, Весеміра нам дал. Що, я не можу з ним? Май... Що в тебе є? Боже, це що таке? Що, йому навіть нічого продати не можна? Шкода. Тут здорово. Ще до цього зайдемо. Травника. Не прошу. То він якось нас кликав. Що у тебе? О, ну, не просто так він нас кликав. Це дуже гарно. Будь здоров. Це дуже гарно. Тут я пам'ятаю. Чи не хто? Я тебе говорю, в сапогах не хлюпає. Ні, а що таке? Якісь питання є? Побігли до лютика. Що стікаються із каналу. Найміршніше не повезло. О, даже сюда лезет ведьмак. Осьмо у тебя белые, как у сына мельника. Морда, как у трупа. Глазище, как у зверя. А хватит у тебя смелости всю эту клевету повторить, глядя мне в глаза. А как же? Ты мутант. Выродок. Бесполезный реликт прежних времен, который нужно сжечь, как засохшую ветку. Хм,
Скольких людей ты спас от смерти? От Брукса, от Лешего? Но при чем здесь? Скольких, я спрашиваю? Есть над чем подумать. Глот-то наш проповедник здоров, драть. А дунь на него, так он уже хвост поджимает. Пойдемте, люди. Опа, вот так. Від пропаганди людей спасаю. О, ще один там купець. А ну хоч думав, що в нього там. Лучший розвал во всьому. Попрошу не толкаться в стіл. Нема нікого, ти що думаєш? Я не толкаюсь. І дуже хорошо. Культура поведі. Що, дурний якийсь чи що? Ну, посмотри. Я ж тут сам стою. Я пиль. Якесь вино. Такого не бачив ще. Давайте тут візьмемо. Ні, зіграємо чи що? Ми би Весеміра дали. Ми можемо Золтана скинути. Взяти Весеміра. Все ж таки. Там була п'ятірка, тут вже шестірочка. Це вже щось. Ми то так зробимо. Мені зі шпигуна що потрібно? Упугало? Хоча б одне. Тому що ми граємо проти Кніфів. Що мені ще? Можна другого шпигуна. Ага, мені дали трьох цих, так? Гаразд. Ми можемо цим виграти раунд сразу. На самому початку. Тобто мені потім. Там кидає, не кидає. Ну як я зрозумів, в нього не буде шпигунів. Це не то. А це погано. І це погано. Що ми зараз віддамо? Всього віддамо. І потім малі підуть. 100% підуть малі. І віддамо одну катапульту, так? Так, це добре. Що нам дають? Опугало, це круто. При відродженні шпигуна ми зав'язаємо опугало. Поки що будемо тягнути час. Буде смішно, якщо в нього не буде відродження. І нас опугало просто простоїть. Це буде смішно. Так, що ми зараз? Давайте так. Можемо потягнути час. Зробити отак. У нас все одно ясне небо буде. Ага. Навіть так. Давай я тоді теж так зроблю. Що там в нього за остання карта? Мороз, мабуть. Ох. Добре, що я не зав'язав п'ятірку. Ми навіть отак зробимо. Все одно ми програли цей раунд. У нього вже карт не буде. І ми виграємо отак. І отак ми прям все викидуємо. Так. 10 крон. Деревенщина. Елементаль, так? Круто. Ще там якийсь купець. Чтоб я вас тут больше не видел. Да мы ж хотели... А мне один хер, что вы там хотели. Чтобы вас тут не было. Ну и ветер. Золтан там когось вже настукає зараз когось. Так, давайте. На цьому я хочу закінчити цю серію. Вже наступного разу ми підемо, поговоримо з Золтаном. Знайдемо Лютика. З вами був Лютий, тож до зустрічі і мирного неба над головою.
Слава Украине!